30 декабря 2009 года, 15 минут назад я дал ноты своему 10-му ребенку, моему 6-му сыну Алексееву Егору Владимировичу и моему 11-му ребенку, 7-му сыну Алексееву Царю Владимировичу. Да? Сказал за 15 минут ноты выучить, царь уже на зубок выучил, а Егор еще поглядывает на ноты. И сыграть на ксилофоне какой-то там плясовой танец. Гедики автор, да? Гедики. Ну вот, что за 15 минут дети сделали? Давай. Вот, видите, 15 минут дети могут играть, ксилофон из дров, а царь молодец, сразу выучил. А Егор что-то там еще в ноты поглядывал, да? Отстаешь, царь молодец. Это двое из моих 15 детей, двое из моих 9 сыновей. Всем советую больше детей, и вот ваши дети вам тоже будут играть на дровах, который называется ксилофон. Дрова, хороший ксилофон, да?